Концертный сезон накануне открыли концертом народной музыки. На сцену районного дома культуры Адлера вышли образцовые и народные ансамбли русской песни. Проникнуться культурой русской души, русского народа, почувствовать себя в эгрегоре просто русской песни и славянской культуры. Впечатления самые необыкновенные, теплые. Коллективы исполняли хиты народной музыки, проверенные временем, зажгли зрителей не только со сцены, но и в зрительном зале. Фестиваль «Бархатный сезон» проходит в Сочи уже в 29-й раз и ежегодно собирает сотни зрителей, которые целую неделю могут наслаждаться многообразием жанров камерной музыки. На фестивале представлены как академические произведения, так и фольклор. Концерты будут проходить каждый день до 5 октября включительно, начало в 17 часов. В программе джаз, выступления ансамбля «Лошкарей», шоу-группы барабанщиков, струнного биг-бенда, а также концерты русской народной и армянской музыки.